вами Серый, и сегодня мы снимаем классное видео про классные вот эти вот иллюзии глаз. Давайте начнем вот с этого. Мы должны смотреть ровно одну минуту. Ровно. Ну, если заболели глаза или голова, то отрывайте. А после того, как я выключу это видео, то вы должны отвести глаз на потолок или хоть куда. Я не знаю, если честно, уже не помню, как это называется, или приближение, или уближение. Ну, точно не ровно минуту я буду это смотреть. Так что и вам не советую, а то зрение испортится из-за этого. Иллюзии глаз довольно опасные для глаз. Кстати, хорошая рифма. Итак, и отводим взгляд. Сори, это реклама. Не смотрите ее. Это реклама. Так, ну и как у вас там? Все нормально? Не обращайте, пожалуйста, внимания на... А, вот и новое. Не обращайте, пожалуйста, внимания на эти тупые рекламы. Так, я не знаю, что это за иллюзия глаз. Вроде приближение, уближение. Какой-то фиговый у нас иллюзия глаз, ладно. Давайте теперь... Я вот долго не буду показывать. У меня ничего не произошло. Кстати, вот еще классная иллюзия глаз. Смотрите прямо в центр. И вы увидите там всю свою жизнь. Ладно, я шучу. Но тогда, когда вы отведете глаза, у вас будет очень классная иллюзия. Если вы смотрели долго, то это... То у вас иллюзия может быть даже 20 секунд. Это очень классная иллюзия. Блин, у меня уже с глазами. И отведем взгляд. Реально, не обращайте внимания на эту рекламу. Ура! Кстати, ну, некоторые рекламы я вам не буду показать. Ну, если хотите, то скачайте это приложение сами. Я его не рекламирую. Так, давайте посмотрим вот это. Нет, это неинтересно, реально говорю. Я ее уже смотрела. Давайте посмотрим. Вот знаете, какая интересная вот эта вот. Смотрите, видите, вон туда. У вас потом будут везде точки. Но это мы точно на минуту будем смотреть, потому что эта иллюзия очень интересная. Конечно, мы можем чуть меньше минут смотреть, потому что время я не засекаю. Я вот по таймеру смотрю, где сейчас вы увидите 3 минуты и 50 секунд мы снимаем, да. Ровно в 4 минуты я отключаю и сводим взгляд. Все. У меня вот реально сейчас точки крутятся перед глазами, это квадрат. Дайте этого нафиг. Я люблю рекламу. Ну и, наверное, на сегодня последнее. Посмотрим эту шахматную доску. Что за фигня? Ладно, пофиг. Посмотрим 30 секунд. Ну, до 5 минут, когда. Это видео у нас получится маленьким, потому что я тороплюсь очень сильно. Так, по-моему, эта точка куда-то передвигается. Или у меня с глазами плохо. Классная иллюзия, кстати.
и отводим взгляд. И всем спасибо за видео. Было очень классно. Всем пока!